Если вы никогда не видели, какой ливеняра у нас сейчас льет, я вышла на балкон. Смотрите, что делается. С крыши как течет. Ужас какой-то. Здесь вот течет с такой силой. Любая, где какая-то дырочка есть, с крыши течет. Посмотрите, что делается под самой гостиницей. Там уже, я не знаю, сколько там воды. Там, наверное, воды уже по колено. Потому что вот так вот льет с утра, ну не совсем так, с перерывами. Смотрите, я убрала свои бедные цветочки, потому что как они бедные пострадали. Сбила все лепестки практически. И поэтому мне пришлось их срочно спасать. Я вот вышла их и спасаю теперь. Надеюсь, выживут.